Всем привет на моем канале! Сегодня я вам покажу видео покупочек из Египта. Опять же, продолжаем серию видео. Мы находимся сейчас в отеле, но мы ездили в один из, ну так, довольно крупных супермаркетов. City Carrefour он называется. И вот что мы купили. Кому интересно цены и что можно купить в Египте в обычном супермаркете Fixed Price с фиксированной ценой, смотрите дальше. Итак, значит, мы ехали на такси в этот супермаркет. Какая там улица, я вам напишу в описании. Кому интересно, где он находится, возможно, кто-то будет рядом, то можно сходить и пешком. От нас он был так, не сильно далеко, но пешком все-таки не сходишь. Поэтому, ну, очень многие ходят пешком, приезжают, очень много наших там туристов, русских, украинцев и так далее, русскоговорящих людей. Очень много в супермаркете. Так что не бойтесь ехать, это обычный супермаркет, там можно спросить что-то на английском, все знают. В общем, обычный, цивильный, такой хороший супермаркет, где есть из еды, допустим, все, и не только из еды, практически все, что нужно. Там есть даже отдел электроники, есть бытовая химия, все, что нужно на отдыхе, есть даже тапочки коралловые, кому нужно. Можно что-то купить на подарки. То есть, в принципе, хороший выбор. Он не сильно большой супермаркет, но хороший выбор. И цены там гораздо ниже, чем, если вы знаете, в Шарме обычных много таких а-ля супермаркетов, в которых, конечно, накрутка в 2-3 раза, а то и больше. И товары могут быть не совсем качественные, а могут быть такие же. Но, уж говорю, цена будет 2-3 раза дороже, чем там в супермаркете. Итак, начнем с фруктов. Многие едут туда за фруктами, потому что фрукты там по обычным ценам. И смотрите, что мы взяли. Мы взяли 2 килограмма гранат. Гранаты очень сладкие здесь, поэтому мы взяли. И очень-очень дешевые. Просто смешная цена. Сейчас я вам скажу, сколько это получается. 6,95 фунтов египетских. Я вам буду писать в долларах перевод, сколько это. У нас получилось за 2 лишним килограмма 15 фунтов. Это очень дешево, не знаю, на наши цены, у нас таких цен нет. И главное, что они очень сладкие. Дальше. Это манго. Манго огромные, гигантские, просто нереальные. Манго мы взяли 3 штуки, но они получились тоже больше, чем на 2 килограмма. 2 с лишним килограмма. Килограмм стоит 18,95 фунтов. У нас получилось 41,45 за 2 с лишним килограмма. Это также очень дешево, поэтому если у вас есть возможность, хотите поесть, скажем так, на отдыхе или привезти с собой, есть в чемоданах место, знаю, что наши люди, узнав, что манго по доллару, здесь получается чуть больше доллара килограмм, везут просто чуть ли не ящиками из Египта эти манго. Ну, понятно, что цена маленькая, и они на самом деле такие вкусные, что у нас таких не купишь. Дальше, поехали. Следующее, это сувенирная, да, такая продукция. Это рахат, эти лукумы. Не дешевые. Вот сейчас я вам покажу чек. Рахат, лукумы у нас получились одни из самых таких дорогих покупок. По 38,75 300 грамм. Но я вам скажу, что мы покупали здесь дешевые. Рахат, лукумы сами кушать для себя. Они не очень. Там крахмал такой насыпанный, вообще мне не понравился. Поэтому мы поняли, что и орехов там не было. Нарисованы везде орехи, а на самом деле они их не докладывают. Поэтому надеюсь, что эти будут за такую цену действительно с орехами. Вот второй такой природный мастика. Ну, такой, видите, подарочные такие варианты, красивые коробки. И этот с миндалем. Я очень надеюсь, да, что здесь будут. Будет этот миндаль и орешки. Вообще красота. Коробочка такая красивая, запечатана. Не стыдно и подарить. И надеюсь, что очень вкусно. Хотя, говорю, что не дешевый вариант. Дальше. Очень мне понравилось подарочный вариант. Такие финики. Видите, написано, что органические. Органические, сделаны в Египте. Здесь даже, видите, значок органики. Очень мне понравилось. Почему? Как упаковано в такую вот корзинку. Тоже как подарок, классно.
мне кажется, кому-то вручить, и корзинка останется. Вот, два таких набора взяли. Дальше там очень большой отдел всяких сухофруктов на развес. Это мы взяли для себя просто покушать. Это курага. Вот, абрикос сушеный. Не дешевый, конечно. Килограмм 79,95. У нас 300 грамм получилось на 26,54. Но очень вкусный. Сейчас покажу. Вот, он, конечно, отличается от нашего. Очень такой свежий, мягенький. Очень вкусный, не застарелый. Поэтому так покушать можно и привезти, тоже взять с собой. Дальше. Нам очень понравились соки. В Египте мы покупали в магазинах. Нам понравился очень манго сок. Мы покупали раньше. Они просто обалденные какие-то вкусы. Вообще не сравниваются с нашими соками. Хотя вот обычные пакетированные соки. Манго очень вкусный. Вот мы взяли попробовать 100%, написано, гранатовый сок. Значит, в нашей стране настоящего гранатового сока не найти. Здесь, ну если верить, что 100%, значит, литр этого сока стоит, я сейчас скажу вам, это Ламар Джус, 17,45. Недорого, как по мне. Это манго и персик. Тиама манго, вот этот Тиама манго, 11,95. Да, этот 17,95, этот 11,95, этот, по-моему, также. Везде написано, что нет сахара. Здесь no sugar, то есть сахара нет. Очень вкусный. Мы уже попробовали один. Мне понравился гранатовый, без сахара. И этот тоже, видите, без добавления сахара. Дальше поехали. Ну, скотч это мы взяли, запечатывать чемодан. Значит, я взяла чаев недорогих на подарки. Значит, первый канадский, не знаю, почему у них канадский чай в Египте, но он вообще египетский, называется Канада. В общем, анисовый какой-то чай, травяной. Мне вот понравились, у нас давали в отеле травяной чай. Неплохие, можно для разнообразия, такой как просто сувенирный пакетик, коробочка чая. Они совсем недорогие, сейчас я вам скажу, сколько стоит этот Канада. Они где-то стоят 8,50. 80 фунтов. Дальше. Следующий тоже взяла. Это какой-то чай. Ой, даже не знаю с чем, если честно. С какими-то травками, да. Тут сложно очень понять. Это, в общем, тоже травяной. И следующий 25 пакетов. Опять же, тоже травяной чаек. Herbal, да. То есть я не брала... У них в основном почему-то вот очень много травяных чаев. Кофе не брала, честно говоря, не присмотрелись. Вот чаечки, неплохой, недорогой вариант презента, я считаю. Дальше поехали. Это мы взяли для себя просто покушать. Это такие недорогие, по 4 фунта с маршмеллоу печеньки. Ну и Орео, понятно, просто интересно. У нас таких нету в стране. Орео белый. И вот такой интересный шоколад. В шоколаде Орео. Вот, они тоже недорогие. И теперь самое интересное, как по мне, это косметика. Ой, еще забыла чаек. Вот один, да. Мне понравилась упаковка, что он в баночке. Он чай не фасованный, россыпью. 100 грамм. Вообще недорого он стоил. Так, сейчас расскажу вам отдельно за косметику. Значит, я нашла, мне понравились для волос. Средства. Это косметика также египетская. Эва. Эва или Ева, я не знаю, но это именно фабрика египетская. Это ампулы для волос. Мне они очень приглянулись. Цена, в принципе, недорогая. Сейчас покажу, как выглядят. Вот так. Это с алоэ вера. Значит, я прочитала, использовать как? Просто ампулу втирать в кожу головы пальчиками и не смывать. То есть это не смываемые ампулы. Состав, тут пишут просто обалденный, что здесь 12 витаминов, 20 минералов, 17 протеинов. Ну, просто подбери и кушай. И цена, в принципе, не такая уже недорогая. Недорогая, 38, по-моему, до 40 фунтов одна упаковочка стоила. Вот сейчас я покажу, взяла две, видите, обычные. Первый это... алоэ вера и какой-то йогурт, йогуртовые протеины, а второй это алоэ вера и протеины шелка с розой.
В общем, очень интересно. Люблю такое пробовать. И ну, как такой египетский тоже, возможно, презентик, возможно, и себе оставлю. И следующее. Это для волос тоже средство. Это маски, но это не совсем маски. Это крема для волос. Я сначала думала, что это маски, оказалось, что это... У них пишут styling hair cream. На самом деле это такие крема для волос, опять же, которые втираются. То есть я сначала думала, что у них пустые баночки. Трогаю эти банки, они практически пустые. Не так, как наши увесистые маски для волос вешают или бальзамы. Почему? Потому что, оказывается, я открыла одну, а там как обычный крем. Вот как крем для лица, только это крем для волос, увлажняющий. В этом магазине были у них вообще разнообразные, этой фирмы Ватика, разнообразные линейки. Именно этот с алоэ, но больше других не было. Очень дешево стоили, поэтому взяла на подарки. Но не только поэтому, я за них очень читала много отзывов, что их берут, с Египта везут. Вот хочу попробовать тоже, потому что в другом магазине, я вам покажу позже, в другом видео, я взяла эту же ватику, только с семенами льна. Тут, к сожалению, семенами льна не было, а только с алоэ. Цена 8,95. Я считаю, что это очень дешевая цена. Вот, поэтому взяла... И сразу масочки на подарки и себе также. Вот, собственно, и все. Вся наша покупочка. Еще мы один сок выпили такой. И поэтому всего у нас получилось 492,39 египетских фунта. Супермаркет Carrefour. В общем, это Шарм-эль-Шейх. Я надеюсь, вам понравилось это видео, было кому-то полезно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И ждите новых интересных видео. Пока-пока!